вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу, как добавлять эмоджи на видео и оживлять их. Давайте посмотрим мой пример. Для того, чтобы сделать такое видео, нам понадобятся вещи, подобные на стикер, и программа KineMaster, где мы будем монтировать. Эта программа есть как и на Android, так и на iPhone. И как в каждом видео, я передаю приветики. И меня снова завалили приветиками. В этот раз я передаю каналам Анастасия Папиш, Милашка или Дашка, Ульяна Вау, Баба, Мария Плей, Ульяна Юникорн, Galaxy Лайк, Ника Котик, Александра Лайк, Алена Вау, Анютка, Настя Кудашки и просто Настя. Привет! И посмотрим видео одного лайкера. Вот я аккаунт, и давайте смотреть одно видео. Давайте посмотрим это со стороны. Зайдем в лайк. Выберем музыку. Я выберу вот эту. Ставим телефон на штатив. Я выберу 2x. И поставлю период. Вот здесь. Я взяла вот такие вот предметы и буду их по очереди брать. Включаю. Ставлю период. Включаю и беру шапку. Здорово! Теперь обратно приспускаем, потому что у меня было скучно, но сейчас я не понял. Теперь я возьму кота. Обратно ставим период. Теперь я возьму наушники. Включаю. Включаю, можно без перевода. Как вам моя борода? Из медальки. Теперь
прикольно получилось. Теперь сохраняем как частное. А теперь приступаем к монтажу. Зайдем в Google и скачаем наши предметы в виде стикеров. В поисковой строке я пишу наш предмет. Это будет шапка. И напишу PNG. Вот эта шапочка мне подойдет. Я ее и скачаю. Теперь я пишу наушники, тоже PNG, и скачиваю. И самое последнее. Это стикер котик. Тоже я пишу котик стикер PNG. Давайте полистаем, чтобы найти стикер. Ой, какая няшечка! Давайте скачаем этого котика. Он такой милый. Круто! Зайдем в Кайнмастер. Нажмем на плюсик. Выберем размер 16:9. Медиа. И добавим наше видео. Нажимаем на галочку. Теперь нажимаем Layer и выбираем наш стикер шапку. Как видите, он на прозрачном фоне. Это круто! Теперь ставим этот стикер туда, куда я показываю пальцем. Можно уменьшить или увеличить. Выделяем наш слой и подгоняем его до того момента, когда в руках у меня появляется настоящая шапка. Теперь делаем так с каждым стикером. Дальше обратно нажимаем на Layer и выбираем следующий стикер. У меня это вот такой котик. Уменьшаем до нужного размера и подставляем под палец. Дальше нам нужно поставить наушники. Нажимаем Layer, Photo, All и выбираем наши наушники. Вот они. Их можно на меня подцепить. Подгоним наш слой до того момента, пока в руках у меня не появятся настоящие наушники. Теперь добавляем медаль. Нажимаем Layer, Photo, All и выбираем медаль. Уменьшаем. Уменьшаем его до нужного размера и подгоним до нужного момента.
Давайте посмотрим, что у нас получилось. Круто получилось! Сохраняем! Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока оно загрузится. Еще раз нажимаем на стрелочку и Save Video. Все, наше видео сохранилось. Как я и обещала, смотрим еще одного лайкера. Вот ее аккаунт, и давайте смотреть видео. Снежок, чтобы я могла вас найти и